Приветствую вас. Смотрите. Ну, в принципе, моя коллега, сейчас скажу, Елена Сергеевна Шендерова, довольно все грамотно описала, как мне кажется. Вот. Я думаю, что именно в таком ключе вам бы и следовало бы поступить. Вот. Ну, я могу с своей стороны сказать то, что вот если мы не усложняем, да, если мы не усложняем ситуацию, то есть если мы берем ее вот, скажем так, вот, локально, то значит, стресс, вспыльчивость, чувствительность повышена, имеет место быть при определенных моделях поведения. Эти модели поведения, как правило, связаны во-первых, чувством незащищенности. То есть вы себя ощущаете незащищенным. Вы чувствуете себя незащищенным. Ощущение незащищенности. Во-вторых, не совсем адекватное выражение твоих чувств. То есть, ну, вы как-то вовремя, может быть, свои эмоции, да, свои переживания вы не выражаете вовремя. Именно вовремя не выражаете. А страх умереть и страх за свою жизнь по общему правилу возникает тогда, когда у человека наличествует некий экзистенциальный кризис. Что такое экзистенциальный кризис? Это проблемы со смыслом жизни. Это проблемы с наполненностью жизни в определенной степени. Вот. И момент здесь в том, что вот вам 22 года, а вы как бы уже мать двоих детей. Да? Хотя вам, ну, сейчас нужно бы по-хорошему, в принципе, учиться, вы могли бы учиться, вот, могли бы, в общем-то, развиваться, да, профессионально реализовываться, но этого ничего нет. И вы можете, конечно, сказать, что так мне, типа, и не надо, да, но вот как бы это все влияет на ваше состояние. Вот. То есть проблема здесь заключается в этом. И все, что вы описываете дальше, абсолютно все выглядит как производное от этих вот моментов. При том, что я ни в коем случае не хочу сказать, что вам там нужно отказываться в обязательном порядке от детей, да, или там от материнства, или там от семьи. Нет,
Просто, на мой взгляд, а вы к себе относитесь пренебрежительно. Вот. Понимаете? Какая штука. И вот именно то, что вы к себе пренебрежительно относитесь, это большая проблема. Для вас, в первую очередь, и для ваших детей, конечно, тоже, потому что для них, для ваших детей, это негативный жизненный сценарий, который они могут перенять, да, они могут как бы которым они могут следовать, даже не осознавая этого. Поэтому вам нужно провести, безусловно, анализ, вот, как бы, провести анализ своего состояния, убедиться в том, что значит, у вас нет заболеваний психических, вот, назначите лечение, вот, и, соответственно, уже дальше все, как сказала моя коллега. Если вы не согласны с тем, что я говорю, это ваш выбор, вам решать. Но самостоятельно вам, скорее всего, с этим не справиться. Иначе вы уже справились. Вот. Кстати, страх, если мы говорим о страхе, то страх – это про наши потребности, про ваши потребности, то, чего вы хотите, но запрещается. А вылечиться от этого нельзя, потому что вы говорите, потому что это часть вашей личности. И здесь очень важно понимать, что психолог, какой являемся мы не лечат и работают с нормой. Лечат врачи, психиатры и психотерапевты. Поэтому, обращаясь к психологу и работая с клиентами, мы в первую очередь имеем дело с нормой. Предполагаем, что то, что вот с вами, например, происходит, предполагаю, что то, что вы, там, например, чувствуете, то, что вы ощущаете, те проблемы, которыми вы сталкиваетесь, это норма. Норм. Понимаете? Именно норма. Не проблематика. Не болезнь, не патология, а, как известно, лечиться можно и нужно только от патологии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Больше внимания уделяйте себе, старайтесь между собой и своими детьми выстроить некие границы, вот, которые отделяли бы вас от них в хорошем смысле слова, только в хорошем смысле слова, ничего негативного, вот, и смотрите, как будет меняться ваше состояние, вот.
Ну и медицинское обследование. Медицинское обследование. Необходимо. Необходимо. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация разрешится.